Как и куда отправлять жалобу или вопрос, чтобы ответственные лица обратили внимание, а проблема решилась? Что такое инцидент-менеджмент? И все ли чиновники сидят в соцсетях? На эти и другие вопросы в формате прямого эфира ответила руководитель департамента по работе с обращениями граждан и организации Елена Бабий. Беседа состоялась в пресс-центре газеты «Волжская коммуна» и телерадиокомпании «Губерния». Еще 5 лет назад большая часть обращений в адрес правительства и губернатора области принимала по обычной почте. Сейчас 80% вопросов, жалоб и предложений поступают через интернет-приемную. Эта вкладка расположена на официальном сайте регионального правительства. Составить обращение несложно, нужно лишь зарегистрироваться, ознакомиться с правилами интернет-приемной, изложить суть проблемы, прикрепить документы, если это нужно, и обязательно оставить свой номер телефона. Нажатием одной кнопки обращение уходит именно в тот орган и тому должностному лицу, в компетенцию которого входят поставленные вопросы. Вот вы спрашиваете, гарантированно ли? Да, гарантированно это обращение уйдет именно тому должностному лицу, и люди, ответственные за организацию рассмотрения обращений, получат это обращение, в обязательном порядке зарегистрируют его немедленно и организуют рассмотрение по компетенции. Если это обращение по интернет-приемной направляется, то срок его рассмотрения 30 дней. Сроки контролируются. Сводки по результатам рассмотрения обращений регулярно запрашивает губернатор. А в наиболее сложных случаях звонит человеку лично. Достучаться до ответственных органов можно и через Твиттер. В этой соцсети сейчас представлены более сотни органов исполнительной власти, муниципалитетов, управляющих компаний, ресурсных организаций, а также образовательных и медицинских учреждений. Там же действует и мобильная приемная губернатора Самарской области. Мы работаем в сети в режиме без выходных и праздников. С 9 утра до 24 часов вечера поступающие все сообщения сотрудники мобильной приемной из числа сотрудников департамента по работе с обращениями граждан принимают и организовывают их рассмотрение. Утром мы начинаем с того, что мы просматриваем, на все ли на них есть ответы. Если мы не видим реакции от органа, если она не поступила, мы делаем ему напоминание и добиваемся, чтобы обязательно ответ в сети был.